Всех приветствую. Пляж Гренада. Лазаревская. Я иду туда на причал с целью замерить температуру морской воды. На стенде в информационном, который здесь висит, электронный, температура воздуха плюс 30, вода плюс 26. Сейчас я попытаюсь... Ух, как тут хорошо в тенечке. Я вам скажу, жара такая неимоверная. Это 30 это в тенечке, а на солнце-то, сами понимаете, оно несколько побольше. Людей немерено. Сейчас увидите. Сейчас все увидите. Это Гренада. Вода хорошая. Если бы я сказал, что это август или июль, вы бы мне поверили, честное слово. Я могу уже даже сейчас снять ролик, а потом зимой сказать. Это вот, смотрите. Но если честно, это сентябрь. Вот такой вот. Санек пошел. Вон там он идет, кричит. Я его, правда, не заметил. Но услышал. Что-то там про трубочку рассказывает. Вот-вот-вот он. Вот он. Виляет по тенечку тоже побольше. Все, клиентов зацепились. Пойдемте. Сегодня я должен был взять с собой термометр. Слава богу, взял. Сейчас я его достану, закрою сумочку, и мы будем замерять температуру морской воды. Потому что не доверяю этим информационным стендам. Да и нафига мне тогда термометр, если я им не пользуюсь, да? А это ж подарок. Он тут зацепился, правда, за все. Все возможное и невозможное. Поэтому я прошу прощения, я сейчас его добываю. Добыл. Объект под видеонаблюдением. Еще один вид вам на Гренаду. Сейчас пойдем смотреть на Лазаревский один. Там народа еще больше, походу. Смотреть воздух я не буду, потому что он лежал у меня в сумке. Это будет некорректно. А вот смотреть, как меняются циферки воды, будем. Вот видите, уже 30. Уже опускается температурка. Ждем. Сейчас полетят. Кто-то на парашюте полетит. Счастливчики. Да, теплый сентябрь, теплый. Много молодежи, причем я имею в виду такой школьного возраста. Ребят хватает. Тем не менее, температура показывает 28,5. Я еще пока держу, потому что кто его знает, может она еще и опустится. Еще и ниже. По идее, как бы, наверное, 28,5 высоковато, да? Вот он распускается. Парашют. Эх, шортс бы снять. Хотя я и ближе его снимал. Сейчас пойдут в небо. Жду. Такое впечатление, что она как бы застыла. Температурка 28,3. Но я пока еще жду. Пока еще подождем. Вдруг опустится ниже. Ну, у меня такое впечатление, что температура выше 28 градусов по любасу. О, кто-то сейчас на люкс плюшки поедет. Да, ребят, вот уже значительное время достаточно. 28,3 задержалась циферка, больше не бегает ни вверх, ни вниз. Так что вот на сегодня, на 10 сентября, температура морской воды в Лазаревском 28,3 градуса. Что есть, как говорится, хорошо. Скажем так, даже в августе такая температура была бы очень даже приемлемая. Даже
несколько высокая даже. Я говорю вам, что мне больше нравится 25. Не, конечно же, заходить в более теплую воду всегда приятнее. Всегда. Так. Но когда ты выходишь из более прохладной воды, особенно если ты выходишь хотя бы там 20 градусов, то у тебя прям такое прям ощущение приятное в организме твоем растущем, что просто пипец. Техническая зона. Здесь, кстати, достаточно большая техническая зона, свободная. Люди ее не занимают. Парашют, банан и петух. Так, приходится пробежаться чуть ли не по головам. Видите, сколько народа, да? Я уже не пойду туда. Не буду топтаться. Загончики. И загончики остались. Я уже говорил. Комплектуемся, поедем быстрее. Туда-сюда обед попался незаметно. Люди будут уходить на обед, покушать, поспать. Да, сейчас все пойдут. Сейчас все пойдут на обед. Будет долго, нужно добираться. Пока масса людей на пляже, тогда... Сейчас все того. Еще немного, еще чуть-чуть, и все разбегутся на обед. Ну, не все, конечно. Самые хитрые, я уже вам сказал, они уже пообедали. Они пошли чуть-чуть раньше. Потому что понимают, что позже того. В русском застолье будет огромная очередь. Сейчас я заберусь наверх. Сейчас пока свободный проход. Людей там мало кушающих. Просто покажу вам вид сверху на пляж. Может быть, еще и шорт сниму, кто его знает. Вход со своими напитками едой запрещены. А у меня, к счастью, нету ни того, ни другого. Итак, пляж Лазаревский. Один. 10 сентября. Офигеть. Ну, как говорится, все. И до следующего сезона, как сказал ведущий вот этой платформы. Такой вот получился дневной обзорчик. Сами видите, какая температура воды. Какая температура воздуха. Всем пока. Всем до новых встреч.